свободной стране, мы свободные люди! Потребуем отменить декрет номер 3 и обеспечить всех громадян годной працей! Да мы стерпим сегодня эти поборы! Завтра они придут и уведут иши! За воздух потом платить! Будем платить! Будем платить! Декрет это не конституция! Читайте декрет и делайте так, как они хотят! Будем ли мы делать так, как хочет власть? Мы против декрета номер 3! Декрету номер 3! Лукашенко, уходи! Каждый народ достоин своего президента. Это говорит о том, что мы опустились до такой степени, что мы достойны этого президента, который нас опустил ниже плинтуса. Дальше так жить невозможно. Молодежь не может найти работу.